Задание первое. Тетрадь стоит 13 рублей. Сколько рублей заплатит покупатель за 40 тетрадей? Если при покупке больше 30 тетрадей, магазин делает скидку 10% от стоимости всей покупки. Решение. Сначала рассчитаем, сколько будет стоить 40 тетрадей без скидки. Очевидно, это будет сумма 13 рублей, умноженная на 40 тетрадей, получим 520 рублей за 40 тетрадей без скидки. В задаче сказано, что если покупатель берет более 30 тетрадей, то магазин делает скидку 10% от стоимости всей покупки, то есть от суммы в 520 рублей. Скидка 10% означает, что покупатель заплатит только 90% от полной стоимости товара. Эта сумма будет составлять 520 умноженное на 0,9 и равна 468 рублей. То есть 468 рублей – это сумма 40 тетрадей со скидкой в 10%. Обратите внимание, что 90% от стоимости в 520 рублей очень легко вычисляется путем умножения на коэффициент 0,9. Значение 0,9 – взялось от того, что 90% от 100%. Это как раз и есть величина 0,9. Соответственно, так и можно вычислить любой процент от суммы в 520 рублей. Таким образом, получаем ответ 468 рублей.